В будуарной кукле важна ее подвижность. Именно она делает куклу интересной и притягательной при взаимодействии с ней. Ее можно посадить на колени, поменять позу, подстать настроению. А для того, чтобы ее движение и положение тела были ладными и естественными, важно правильно соединить детали, точнее правильно собрать нашу куклу. Вот именно этим мы и займемся на сегодняшнем занятии. Технологию сборки тела будуарной куклы я буду показывать на основе или на примере своей авторской выкройки. Но эти знания можно применить к любой другой выкройке подвижной куклы. Сразу хочу оговориться, что при сборке тела нашей куклы я буду пользоваться уже готовыми ладошками и головкой. И сегодня я не буду останавливаться на их изготовлении, так как это отдельные объемные темы, о которых вы можете узнать из моих видео-мастер-классов.